Народный артист СССР Николай Фадеичев, танцовщик изысканный и мягкий, благородный и мужественный, строгий и сдержанный. Своей индивидуальностью он определил целое направление в современном развитии мужского классического танца. Народный артист СССР Владимир Васильев. Владимир Ильич, к 200-летию Большого театра в советской культуре вы писали, что творчество Николая Фадеевича оказало на вас большое влияние. Сейчас он работает репетитором в ваших балетах. Расскажите подробнее об этом. Какие его партии вы считаете до сих пор непревзойденными, и как вы расцениваете его как танцовщика? Я начну сейчас сначала с Фадеичева репетитора, потому что я предполагал, что Фадеичев будет очень хорошим репетитором. Но действительность, как говорится, превзошла ожидания. И то, что сейчас Фадеичев репетирует с молодежью у нас в театре, это, мне кажется, просто большая удача для театра, что театр сохранил в своих стенах этого выдающегося мастера. А его влияние на меня было огромным. И тот переход, например, к партиям лирико-романтическим и вообще к классическому репертуару, вот эта появившаяся любовь моя, она была как раз вот целиком связана с творчеством Фадеича. Потому что Фадеичева я до сих пор считаю непревзойденным совершенно исполнителем. И партия Альберта в «Жизели», и партия Зигфрида в «Лебедином озере», и его же отдельные куски и части его танца в «Лауренсе», что, казалось бы, совершенно не свойственно его амплуа Фадеичева. Но это необыкновенное благородство, изящество, простота и чистота его танца, она просто не могла вот меня не волновать, и именно он оказал как раз самое большее влияние в моей любви к классическому репертуару. Партия Альберта в «Жизели» была одна из первых крупных театральных работ Фадеичева, во многом определившая его творческий путь в искусстве, в какой-то степени сформировавшая его сценическое лицо. А творческий контакт с Улановой, своеобразной школой актерского мастерства и началом истинного поклонения красоте и гармонии дуэтного классического танца. Народная артистка СССР Галина Уланова. У меня было здесь довольно много разных партнеров. Единственное, как вот мы говорим, вот руки партнера, помимо общности, взаимопонимания там, ролей, важны руки. Он все-таки держит тебя руками. Важно, чтобы были очень чуткие руки. И вот единственное, пожалуй, чуткие руки, к сожалению, мне пришлось с этими чуткими руками очень мало танцевать, потому что этот человек был намного меня моложе. Это был Фадеичев Николай Борисович. Вот. С
с ним мы приехали первый раз в Англию, где были самые такие страшные и ответственные гастроли. И потом я быстро ушла уже со сцены, поэтому мне с ним очень мало пришлось по существу. Одна Жизель, я с ним только танцевала, и, может быть, в концертах мы немножко танцевали из «Лебединого адажио». От партнера очень много зависит, потому что все-таки ты танцуешь не всегда одна, а чаще с партнером. Фрагмент из кинофильма «Жизель», снятого на гастролях балета Большого театра в Англии. «Жизель» – Галина Уланова, «Альберт» – Николай Фадеичев. Народный артист СССР Николай Фадеичев. Готовил я этот спектакль в театре, не предполагая, что буду танцевать в Лондоне на гастролях. Это был мой второй большой спектакль в Большом театре. Но сначала готовил я его со Стручковой, Раисой Степановной. Когда подошли, значит, приблизилось время гастролей в Лондоне, руководство мне сказало, что я буду и репетировать к гастролям, и танцевать в Лондоне с Галиной Сергеевной Улановой. Должен вам сказать, что товарищи мои предупреждали меня о том, что держись теперь, тебе, так сказать, достанется, потому что Галина Сергеевна очень строго и требовательна во всем, что она делает на сцене. Ну, я, конечно, волновался, как молодой начинающий артист, но, в общем, все репетиции проходили довольно
гладко и нормально. Если были какие-то недоразумения, то мы, значит, уточняли их, повторяли, пробовали и приходили к согласию и добивались так единства исполнения. Конечно, я волновался и потому, что первый раз танцевал сам по себе, и первый раз танцевал с Улановой, и вообще вся атмосфера, так сказать, была очень волнительной, потому что это были первые гастроли Большого театра за границей. Как только закончился первый акт, закрылся занавес. И у нас было такое впечатление, что в зале никого нет за занавесом. Была мертвая тишина. Все, находящиеся на сцене и по кулисам, в общем, были поражены этим и были в недоумении. Но потом прошел какой-то, так сказать, период времени, и, в общем, зал разразился громкими аплодисментами. Принимали очень много после первого акта. А после второго акта был такой в зале шум, что не только аплодировали и кричали, как, в общем-то, сказать, обычно, но и стучали сиденьями кресел, топали ногами и выражали всем, чем только могли, свое состояние, очевидно, так сказать, свой восторг этим спектаклем. Определенно, конкретно заветной роли не было. Было просто мечта танцевать вообще на сцене Большого театра. А из, ну, как обычно говорится, любимой партии, ну, это, в общем, Жизель, Альберт, «Лебединое озеро». Зигфрид Фадеичева прекрасен обобщенностью поэтических и романтических черт, лирической наполненностью образа. Вечно юный и благородный рыцарь своей мечты. Адилия, Майя Плисецкая. Thank you.
Танис Фадеевичева сочетает в себе строгость формы, непринужденность и естественность жеста. Учился я в школе, в общем, я старался всегда, в классе, в классике, в классическом танце. Но до седьмого класса не было ничего хорошего в моем исполнении. И вот за последние, только последние два года в школе пришел в наш класс педагог Александр Максимович Руденко. Вот с него я и начался как танцовщик. Все, чем я владел, и все, что знаю, у меня это от него. Затем было много педагогов и репетиторов, с которыми я занимался и учился. У каждого. Надо сказать, что учился не только у педагогов, учился у исполнителей, учился у, скажем, у Лановой, когда мы приходили еще мальчишками в театр и смотрели, как занимаются артисты. Еще танцуя, я начал репетировать с молодыми артистами, которые просто неофициально просили помочь им в той или другой партии. И постепенно, в общем, набирались люди, которые, с которыми я работал в театре. А закончив сценическую деятельность, руководство предложило мне стать балетмейстером-репетитором в Большом театре.
действительно просто. Ну, репетитор должен помогать, конечно, найти исполнителю самого себя в той или иной партии и выразить свое отношение к ней. Также, так сказать, тренировать техническую сторону, работать, так сказать, над образом, над каждым, бывает, иногда работаешь над каждым шагом просто или над одним движением. Потому что это все должно быть очень выразительным и правильным в образе. Ну, вот все знают, что глаза – это зеркало души и выражают состояние человека. Но мало кто знает, что обыкновенный шаг тоже может быть очень выразительным. Или поворот головы, скажем. А кисть руки просто иногда рассказывает все в движении. И прыжок у нас в балете тоже не просто отрыв тела от пола и приземления, а в считанные доли секунды нужно принять такую форму и нарисовать себя так, чтобы тело выражало состояние героя, несло образ. И вот это очень большой труд. Я слежу за тем, как делают артисты свои движения в зале, для того, чтобы потом правильно все это вынести на сцену. Сегодня в классе с Николаем Борисовичем Фадеичевым занимаются ведущие мастера Большого театра. Заслуженный артист РСФСР Вячеслав Гордеев. Вот тут как раз это и было. Чуть-чуть посуше, построже, первый, последний вот этот. Николай, сейчас стоит ли до конца? Может быть, с переходом взялся? Сделаю, будет ярче и, так сказать, активнее будет. Конец уже. Точка. Даже здесь немножко остановишься, так спокойно, чуть-чуть напряжение такого. Ротанут. Фадеевичу можно рассказывать или очень долго, или очень коротко, но ясно. Я считаю, что Николай Борисович – это эталон классического танцовщика. Человек, который в моей жизни запечатлелся в образе Альберта на всю жизнь. Я считаю, что это лучший Альберт, которого я когда-либо видел. И этот образ я связываю только с Николаем Борисовичем Фадеевичем. И мне очень повезло, что я сейчас работаю с Николаем Борисовичем Фадеевичем. Я стараюсь от него взять все, что я могу. И взять как можно больше, потому что я считаю, что мне этот человек, этот учитель и этот просто хороший человек может дать многое. Внимательно прислушивается к замечаниям Фадеичева заслуженный артист РСФСР Богатырев, репетирующий вариацию из балета «Спящая красавица». Да, чуть-чуть ее повыше, она будет больше туда, подъем. И все-таки в круг берешь же ты. Вот я сзади поставил, вот прямо вот так вот, раз, и нагрели. Причем? Пошли. Вот этот на вальс, вообще аккуратнее. Я... Подойди к этому. Папа.
А совсем в недалеком прошлом народная артистка СССР Марина Тимофеевна Семенова репетировала в этом же зале ту же «Спящую красавицу» с Майей Плесецкой и Николаем Фадеичевым. Вот так осуществляется неразрывная связь разных поколений, передающих из рук в руки нетленные традиции классического танца. Чайковский, адажио из балета «Спящая красавица», исполняют Майя Плесецкая и Николай Фадеичев. Но, может быть, самое прекрасное в этой своеобразной эстафете времени и мастерства происходит тогда, когда в репетиционном зале встречаются отец и сын Алексей Фадеичев, репетирующий новую роль Макбета, где узы семейного родства уступают место союзу творческому, поиску новых образных и технических возможностей. Сильная рука. Бедра.
все было, так сказать, нормально. Вот здесь, когда руки там, опять руки сжимаешь вот сюда к лицу, кулаки. Уже сжимаешь. И здесь вот как закрыть, понимаешь? А потом идешь вниз, сюда вниз. Это все правильно. Это чуть-чуть еще больше справа корпус. Вместе с Олегом Виноградовым Николай Фадеичев участвует в поиске новой танцевальной выразительности в балете Власова «Асель». Вообще, поиск нового для Николая Фадеичева был непреложным условием профессионального роста, невольным требованием его разнообразно одаренной натуры. Совершенно неожиданным стал для Николая Фадеичева Данила в «Каменном цветке Прокофьева» в постановке Юрия Григоровича. Фадеичев сломал рамки хореографического амплуа. Одной из самых интересных работ в этом направлении был образ Хозе в «Кармен-сюите» Родиона Щедрина. Кармен – Майя Плисецкая, Хозе – Николай Фадеичев. В роли Хозе танцовщик раскрыл свои актерские способности с полной пластической выразительностью. Роковая встреча с Кармен пробудила в Хозе сильную и страстную личность.
Работа с Альберто Алонсо была очень новая для не только для меня, но вообще для театра у нас, потому что он привнес новую лексику движений, новый стиль, который раньше у нас не был на сцене. И поначалу было очень трудно. И особенно для меня, потому что я танцевал только классический репертуар. А здесь характерные танцы, каблуки и сам характер героя совершенно не похож на все остальные, которые были у меня. Ну, могу сказать, что работа дала свои результаты. Довольно сложная работа, овладение новой техникой, новой образностью. Когда мне сказали, что я буду Карениным, у меня был какой-то страх, потому что это очень сложный образ и трудно его представить себе танцующим на сцене. Но потом были поиски, так сказать, пластического выражения образа этого, довольно долгие и сложные. В этот период у нас были гастроли в Париже, и там в свободные дни мы репетировали с балетмейстером Натальей Рыженко. Сделали два монолога, помимо работы, значит, в театре. В памяти где-то сохранились у меня отрывки хроники, очень небольшие, Хмелева. Это для меня было действительно одной из отправных точек в этом образе. Ну и, конечно, Толстой сам по себе. Каренин для меня не только, как вот писали раньше, машина там, государственная, человек без эмоций. Нет, наоборот. Мне хотелось сделать, то есть не то, что хотелось, а я его представлял себе как, в общем-то, несчастный человек, находящийся в рамках сановного этикета, этикета общества и боящийся этих рамок и не хотящий, не желающий выйти из них. И в результате мучающий самого себя и Анну. «Щедрин» – сцена из балета «Анна Каренина». Анна – Майя Плисецкая, Каренин – Николай Фадеичев.
Каждая партнерша имеет свой характер, свое выражение в роли, ну, даже в той же Зеле. И нужно очень чувствовать вот характер партнера для того, чтобы помогать ему и вместе с тем, чтобы происходил полный дуэт в согласии и в образе у обоих. Шопениану Николай Фадеичев танцевал со многими партнершами. С Ниной Тимофеевой, Мариной Кондратьевой. С Галиной Улановой. Почти 20 лет протанцевал Николай Фадеичев на сцене Большого театра с Майей Плисецкой. Этот творческий союз двух великолепных актеров подарил советской хореографии незабываемые образы в новых балетах, обогатил новым содержанием шедевры классики.
Майя Плисецкая и Николай Фадеичев танцуют адажио из балета Глазунова «Раймонда». Все, что было приобретено Николаем Фадеичевым за годы работы на сцене, сегодня щедро отдается молодежи. Вот и сейчас он репетирует с Аллой Ханиашвили и Алексеем Фадеичевым по ДД из балета «Лебединое озеро». Thank you.
Но рано или поздно актер уходит со сцены, заканчивает свою исполнительскую деятельность. Теперь он живет в своих учениках. Творчество Николая Фадеичева продолжается в новом качестве, в новом измерении и с той же степенью самоотдачи и самовыражения. Передачу подготовили режиссер Елена Мочерет, ассистент режиссера Нелли Куркина, редактор Светлана Кананчук.